Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успокойся. Это подло! Это подло! Это подло! Поменьше эмоций. За все нужно платить. От тебя многого не потребуется. Покажешь или подскажешь, как проникнуть в Приморск. Это невозможно, Корнель. Это невозможно. Приморск — закрытый город. Я не имею к этому ни малейшего отношения, Корнель. Я не имею к этому ни малейшего отношения. Тем лучше. На тебя не падут никакие подозрения. Что я могу сделать? Что я могу сделать? У тебя широкий круг знакомых. Подумай, поищи. Надеюсь, мы договорились. Ой. Вот эту зажигалку всюду носи с собой. Здорово, Майкл. Ну, мы тебя заждались. Кто это мы? Понимаешь, одна знакомая привязалась. Ну, познакомим. Просто вот так вот за горло. С каких это пор ты меня с девушками знакомишь, Коля? Понимаешь, ей нужен герой. А кто у нас герой? Кроме тебя другого нету. Незримый наше око. Недреманный. Подожди, подожди, минуточку. Девушка! Аленка. Ну, кого я тебе привез, неблагодарный? Ты же должна была через неделю приехать. Я чемоданчик подержу, да? Ну, ребят, поскромнее себя видеть. Поскромнее, тут все-таки улица. Ты стал удивительно красивым. Здравствуй, Аленка. Привет. Поздравляю с первым рабочим днем. Спасибо. Андрюш, как я все-таки люблю смотреть на корабли. Так красиво. Теперь тебе придется смотреть на них немножко по-другому. Как? Не только любоваться. Что еще? Ну-ка, пойдем к Жозефине.
Ну, что ты видишь? Команда сходит на берег. А персонально? Люди как люди. Вон те двое. Один в синей куртке, другой в белой. Ничего не замечаешь? Я ничего особенного не вижу. На каждом из них, по крайней мере, три пары джинсов. Контрабанда? Угу. А почему же вы их не задержите? Ну, они могут сказать, что наш черноморский климат слишком суров для них. Вот они и утеплились. Вообще-то им милиция занимается. Вон еще двое. Господа Примарио, дядя и племянник. Работают на разведку. А почему же вы не примете меры, если знаете? Ну, пока они не делают ничего предосудительного. Посещают музеи, театры, осматривают исторические места. Кто знает, что за этим стоит. Ну ладно, нам пора. Угу. Учтите и другое, Елена Александровна. Вы у нас человек новый, следовательно, объект пристального внимания. Вас будут тайно фотографировать, изучать ваш характер, привычки, увлечения. Заведут особое досье, составят характеристику. Надеюсь, она совпадет с нашей. Это как? Данные те же. Честна, профессионально, грамотно. Вывод другой. Если у нас напишут «годится», там, наоборот, не годится. Открывайте, что... Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна Зверева. Здравствуйте. Выпускница Ленинградского медицинского института. Новый член нашей комиссии. Прошу. Спасибо. Аня. Здрасте. Коленька. А? А у тебя машина на ходу? У меня для тебя всегда машина на Прекрасно. Ходу. Прекрасно. Проходи, Андрей. Коленька, тогда мы завтра едем в Приморск. Ты ведь не работаешь. А зачем нам ехать в Приморск? Коль, там прекрасный будет концерт. Ну, я, конечно, хороший брат. Но из-за какого-то концерта ехать в Приморск? Ребят, я сам такой избацаю. Коленька, Коля, там замечательная программа. Я бы тоже съездила. С большим удовольствием. Да? Ну, пожалуйста, Коль. Ну, что с ними делать, а? Ах ты моя маленькая. Ладно. Пропуска нам, в принципе, заказывать не надо. Шлагбаум при нас. Только вот с билетами надо. Ну, это я на себя беру. Да? Поехали.
Да-да. Оу, проходите, проходите. Да, я вас жду. Хорошо. До свидания. О, Бах, здравствуй, Андрюша. Привет, дорогой. А это кто? Это Лена, моя невеста. Будет работать в нашем порту. Это ошибка, Андрюша. Лена должна работать на нашем кафе. Ну ладно, ладно. Скажи, дорогая, у тебя сестра есть? Нет, только брат. Жаль. Сколько вас? Четверо. Андрюша, никого от себя не отпускай. Угу. Извини, дорогая. Сейчас начальство приедет с проверкой. Так что поговорим в другой раз. Ну хорошо. Счастливо. Спасибо. Сержант! Белые «Жигули» пропусти! Стены и стены, как уйти от стен? В те места, где их нет совсем. Выдумай море в городском черте. Солнце круг в голубой воде. Оторвись от забот, пусть тебе повезет. Слышишь, ветер зовет, поет. Еще один весенний день, и тронется лед. Посмотри на документ. Хорошо. На обратной стороне. Да, есть все нормально. Подпись чья? Здесь. Ваша подпись, да? И фотография там. Вот ниже, хорошо. Через графу. Конечно. Делаешь. А бланки? На бланке, на этом. Да, нормально, все завизировано. Да, и печати также поставим, да? Господа, мне крайне неприятно, но я вынужден оповестить вас об этом. После осмотра в каюте трюмного машиниста Альвареса, но у нее пропали деньги. В сумме $120. Господин капитан, попросите господина Нуньо зайти в салон. Пригласите его ко мне. Товарищи члены комиссии, кто кроме меня и представителей таможни заходил в каюту к Нунье? Я. Зачем? Ну, он попросил осмотреть его. Почему вы не поставили меня в известность? Но я там ничего не брала. Господин Нунье, в каких купюрах и где были деньги? $120. 12 купюр по $10 каждая. В светлом бумажнике. Бумажник лежал на столе. Деньги задекларированы? Да, 14 номер по судовой роли. Альварес. Нунье, $120 США. Всем оставаться на местах. Первый помощник, представитель флота и таможни, прошу со мной. Рацию, быстро! 010, 010, я 01. Было ли передвижение по судну во время комиссии? Не было. Было ли
передвижения по судну во время комиссии? Не было. Передвижения по судну не было. Ноль шестой, я 01. Было ли передвижение по судну во время комиссии? Не было. 04, я 01. Было ли передвижение по судну? Да, было передвижение. Где? Кто? В районе шлюпочной палубы, человек в комбинезоне. Спасибо. Первый помощник, осмотрите, пожалуйста, катер. Пересчитайте. Господин капитан, прошу зафиксировать в акте как провокацию, учиненную членами вашей команды. Это твой бумажник. Приношу извинения, господа. А вам, сеньора, особые. Компания возместит моральный ущерб. Пожалуйста, назовите сумму. Нет, мне ничего не надо. Я только прошу, не бейте его. Он будет списан на берег. Таков закон нашего флота. Еще раз приношу извинения. Деньги на бочку, ребята. Я закрываю свою лавочку. Давай поскорее сегодня. Сеньор, вам пора на корабль. Пора бы, но... Водка. Нет, водки через 20 минут закрывается вход в порт. Если вы опоздаете, у вас будут неприятности. Рекомендую взять такси. Ну, такси... Водка. Но водка, аут. Ключи от машины дай мне. О, сорвануто, сеньор, мокко грации. Нарфагоре, сеньор. Что такое? Сеньор? Си, си. Си, сеньор. Мир дружба. Престо, 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 престо. Капроне, чоко. О, сеньорина Карнелла, да? О, скоро, сеньорина. Россия, что за страна? Ничего нет, никогда. Водки нет, девочек нет, наркотиков нет. Что есть? В Италии все есть. Не опоздай. Забери бумажник. Такси! Такси! Жозефина! Жозефина! Такси! Уйди от машины! Сеньора! Сеньора, престо! Отойди от машины! Прийти Жозефина! Пьянь, машина! Уйди, откуда я тебе сказала! Вот, покажите! Что здесь происходит? Жозефина уходит! Жозефина, рыжая! Вот. Я же сказал, чтобы не появлялась в баре! Да пароход это Жозефина! Опаздывает как ладно, воду. Отвези его, а то отстанет. А я тут при чем? Тебе же по пути. Отвези Жозефина. Его. Сольди! А, грация, сеньора Жозефина! Грация! Садись, давай. Он грации.
ты гонишь-то? Горит, что ли? Спокойно. Одни ездят на красный, другие на зеленый. Я же езжу на желтый. Мой принцип. Ну, давай живее, вылезай. Мио капота, сеньор. О, мама мия, Корнель. Паркерия. О, браво. О, маледиционе. Сеньоры! Чао, грация! Макаронник. Аня. Подонок, а? Коля! Ну что? Ну что? Сядь, не торопись. Да что, это же валюта. Ну и что? Здесь 1010, не меньше. Может, это подарок судьбы, а? Сядь. Он в бар уже пьяный пришел. Завтра и не вспомнит, где был. Сядь в машину. Сядь в машину, я сказала. Ты привлекаешь внимание. Вернуть бумажник. Документов нет, тем лучше. Кому лучше? Да тебе же, тебе лучше. Разом со всеми долгами рассчитаешься и еще останется. Шеф, довези до центра. Я занят. Может быть, освободишься на полчаса? Я занят. Там пусть и лежит. Если до отхода Жозефины хватится, вернем бумажник. Уйдет Жозефина. Деньги твои. Наконец возьмешь приличную машину. Поздравляю. Спасибо. Но месяца дать не могу. Ну, товарищ людей полковник. Нет. 10 дней. Остальное догуляешь потом. Ну, свадьба же. Разрешите, товарищ полковник. Да-да. Ориентировка по Катарине. Дрежева. А-а-а. Женишься, говорят. Так точно, товарищ полковник. Невесту давно знаешь? А как же, с детства. Вместе росли, потом учились в одной школе. Ну что ж, тогда поздравляю. Спасибо. Кто у нас с комиссией на Катарину? Лейтенант Корецкий. Я, товарищ полковник.
Повнимательнее там. Команда у них скандальная. В апреле в Гданьске устроили драку с пограничниками. Капитан любит протесты по всякому поводу заявлять. Повнимательнее. Ясно. Шутите? Идите. Товарищ лейтенант, за время несения службы происшествия не случилось. Старший погранаряда, старший сержант Боев. Прошу врача подняться на борт. Пропустить. Добрый день, сеньора. Здравствуйте. С благополучным прибытием в порт. Благодарю вас. На борту есть инфекционные больные? Нет. С температурой? О, нет. Трупы? Боже, сохрани. Откуда прибыло судно? Из Коломбо. Есть ли заявление медицинскому контролю? Нет, абсолютно никаких. Хорошо. Комиссия может подняться на борт. Господин помощник капитана, позвольте представить вам членов комиссии. Доктор, таможенный контроль, пограничный контроль, карантин. Прошу, господа. Товарищи члены комиссии, судно плавает под либерийским флагом и принадлежит фирме «Италика». Прибыло в наш порт грузом масла в 1500 тонн. Прошу ознакомиться с судовой ролью. Какие будут вопросы? На судне есть лица, не вписанные в судовую роль? Пассажиры? Таких нету. Оружие? Нет. В таком случае, господин капитан, я прошу вас распорядитесь, чтобы все члены экипажа находились в своих каютах, кроме вахтенных. Мы начинаем работать. Добрый день, пограничный контроль. Здравствуйте, господин Воротти. Имеются ли у вас золотые изделия? У меня заявлено в декларации перстень и кольцо. Порнография? Не увлекаюсь. Благодарю вас, господин Воротти. Рад был встрече с вами. Джойс и кофе. Один кофе. Вам кофе? Да. Пожалуйста. Спасибо. А вам что? Что-нибудь еще? Не беспокойтесь. Вы Николай? Да. Тогда это вам. Тысяча извинений. Извините. Здесь какое-то недоразумение. Письмо не запечатано. Вы, очевидно, в курсе дела.
Я не читаю чужих писем. Тогда... Но содержание письма мне известно. Господин Флеран сам ознакомил меня с ним. Но здесь недоразумение. Я не брал никаких денег. Я их даже не видел. Это вы объясните моему другу при личной встрече. Или в полиции. Вы вор. Вы ограбили моряка, который своим потом заработал эти деньги. Скажу вам откровенно, если бы это случилось в Гонконге или в Касабланке, я бы не удивился. Но здесь у вас газеты так много пишут о нравственном достоинстве советского человека. На месте Флерана я бы не стал вам писать никаких писем. Я сразу обратился бы в полицию. Что случилось? А? Ну? Ну, я же не заканчивала, как ты политехнически переведи. Вы ловко обчистили меня. Но эти доллары утащат вас на дно, если я обращусь через Интерпол к вашим властям. Доказательства у меня найдутся. Кто это передал тебе письмо? Да какая разница? Ваш полицейский подтвердит, что положил бумажник в мой карман. А моряки с Жозефиной под присягой покажут, что после возвращения на судно денег у меня не оказалось. Я не желаю вашей погибели. Христос учил нас делать добро. Я готов последовать его совету. Если вы вернете мне деньги 12 октября, когда я буду иметь возможность вас видеть. Корнель Флеран. 12 октября. Через 3 дня. Пусть докажут. Под присягой. Да кто ему поверит? О, поверят, Коля. Поверят. Я же предупреждала. Надо еще выждать. Я предупреждала. Ты замолчи! Пожалуйста, это я могу... Ты молчи! Ты заставила меня взять эти доллары! Прости. 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 Коля, это все разговоры. Ты взял. Ты истратил. Андрюш, я сегодня звонила... Куда? В Приморск. А ты Галку помнишь? Какую? Чернову. Не помню. Врешь. Ты же в нее влюблен был. Ну, это когда было, в пионерлагере. А? А говоришь, не помнишь? Ну, соврал. Ну, так вот. Я ее тоже пригласила. Она прекрасная портниха и поможет мне с платьем. Ты не против? Смотри, как тебе лучше. Хорошо. Но у тебя тоже нет костюма. Надо подумать об этом. Купим. Много народ набирается. Надо решить, где будем справлять. У Николая в Золотом Якоре. Только давай с твоим братом не связываться. Почему? Что плохого? Ну, на какие деньги он новую машину купил? На зарплату? На чаевые, ну. Ты не смейся. С ним давно надо всерьез поговорить. Хватит ему за стойкой ставить. Андрюшка, ты все время его в чем-то подозреваешь. Спину держать! Паузу держать! Борис! А, минуту! Здорово! Привет! Новые девчонки появились? А ничего! У меня, значит, к тебе такая просьба. Давай перекрутимся обратно. Не понял. Ну, мои доллары верни мне за любую цену. Значит так, я у тебя ничего не брал, я тебя не знаю, и вообще вали отсюда, ну. Так, стали, приготовились, стали быстренько, быстренько стали. И
Это мой тебе подарок, Макс. Сигналом к возвращению на Катарину будет музыка. Отлично. У нас все готово, капитан. Молодец. Что еще скажешь? Все детали мы обговорили, у меня осечек не бывает. Позвольте присесть, капитан. Да. Я тоже хочу послушать. По чашке кофе, пожалуйста. Мы ждем Макса в Золотом Якоре. Со мной будет еще четверо. Ты должен появиться не позже 23 часов. Ну, естественно, выпьем за твое здоровье. Обратно пойдем гурьбой, устроим утра под раку. Ты уж извини, если тебе придется немного врезать. Я постараюсь не попадать под твою руку. Человек 7-8 прыгают с борта нас разнимать, а тут уж сам черт не разберет, кто что и откуда. И ты на корабле, Макс. Ты богатый человек. А я, бедняга, вынужден платить русским штраф за нарушение общественного порядка. Сдерут ведь подлецы долларов 50. Все, господа, все вы отличные парни, но времени ждет. Давайте говорить серьезно. Если по каким-либо причинам поднять тебя на борт в группе боцмана не удастся, работаем вариант номер два. Ты возвращаешься на Катарину через кессонную камеру. Если и этот вариант не сработает, остается западным кмулом. Посты пограничников находятся здесь, 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 здесь и здесь. Проходя мимо мола, Катарина корпусом закроет видимость третьему, второму и пятому постам. Я все это уже усвоил, капитан. Не перебивай меня, Макс. Мол закроет остальные посты, если во время подхода Катарины ты будешь в воде. Я приближу судно максимально близко к молу, приблизительно метров 10. Так что боцман со своими парнями тебя выдернет из воды в один момент. Катарина уйдет рано утром, когда с моря приходит туман. Так что не опоздай. Постараюсь, капитан. И последнее. Что-то новое? Штабу НАТО важно знать, когда русские подводные лодки выходят на боевое дежурство. К базе не приближайся. Установи датчик на проселочной дороге, что вдоль бухты. Информация с датчика будет поступать на спутник связи. Пеленгаторов не опасайся. Мы сделаем все, чтобы взять тебя на борт Катарины. Но если русские тебя возьмут, я от тебя откажусь. Да, капитан. Прошу. Завтра ты должен быть в Приморске. В 7 часов вечера. Остановишься около фонтана, к тебе подойдет старичок. Попросит подвезти, скажет, что заболела внучка. Деньги поменяйте в машине, номер твоей машины он знает. Как я могу казаться там? Если бы меня вызвали, и то бы неделю ушла на оформление. Мы же ездили с Андреем. Без пропуска. То с Андреем, а то я один. Пусть позвонит Гиви. Нет, Андрей не согласится. Ну, тогда я не знаю. Больше, Коленька, я для тебя ничего сделать не могу. Может, у тебя есть какие-то другие варианты? Слушаю. Здравствуй, брат. Все нормально. Вот хочу Андрею подарок сделать к свадьбе. У нас такого нет, а в Приморске есть. Ну, я бы мигом сгонял. Ну, позвони Гиви. Ты же с ним знакома. Ну, попробуй. Я жду. Что? Номер машины? V0003CS. Паспорт?
24МЮ 612023. Ну, наизусть помню. Да? А, только Андрею не говори ничего. Ну, я хочу сделать ему сюрприз. Хорошо. Кажется, все в порядке. А если никакого старичка у фонтана не окажется? В таких делах какие могут быть гарантии? У меня есть еще один вариант. Правда, хилый, но... Попытаюсь. Машину держи наготове. Вечером, в крайнем случае, утром. Буду у тебя. Да. Бармен выезжает в Приморск. А-а-а. Пригласите Макса. Олби, Макс у тебя? Зайдите к капитану. Сэм, у меня такое впечатление, что мы русским надолго испортим настроение. Не сомневаюсь, Кэп. Олби. Вот данные паспорта. Как себя чувствуешь, Макс? Отлично. Макс, как самочувствие? Нормальное? Пускаем воду. Желаю счастливой дороги. Спасибо. Горячий кофе, коньяк. Капитан угощает. Поднимитесь наверх. Вам стоять долго. Спасибо. Поднимитесь наверх. Это Николаю. Столько вам. Почему только половина? Остальное получите после Приморска. Задержите Николая в его квартире до 0 часов. Хорошо. Но это последнее. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас. Только бабы для вас мужиков не сделают. Как бы вы, мужики, без нас жили, Коленька, а? Где ты была? Давай, доставай все, что есть в баре. Я тебе всю ночь звонил. Сегодня наш день, Коленька.
Вот они. Вот. Здесь все. Держи. Где ты их взяла? А, где я их взяла? Я же сказал, что только баба ради мужика не сделает. Все, Коль. Все. Никуда не надо ехать, Коля. Я... Я прошу, ну не спрашивай ты меня ни о чем. Я прошу тебя, Коля. Я прошу тебя подарить мне один день целиком, один день. Ни о чем меня не спрашивай, Коля. Я прошу тебя. Добрый день, младший сержант милиции Очеретян. Пожалуйста, ваши документы предъявите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, пожалуйста. Пропуска у вас нет. Вас должны были предупредить. С капитаном договаривались. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понял, вы с Корецким без пяти минут родственники? Ну, почти. Вы совсем не похожи на свою сестру Елену Александровну. Она у нас в маму. Когда возвращаетесь? Вечером. Постарайтесь до 11. В 11 часов я сменяюсь. Чтобы не было никаких неприятностей. Хорошо. Желаю удачи. Спасибо. Елена Александровна? Да, Гиви. Это я. Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна. А, да. Просьбу я вашу выполнил. Теперь я надеюсь, место там один на вашей свадьбе за мной. Ну, конечно, Гиви. А Николай выехал? Нет, пока нет еще. Я жду его. Ну, спасибо большое, Гиви, спасибо. Пожалуйста. Thank you.
Устала? Нет. Андрюш, давай зайдем к Николаю. Ты думаешь, он дома? Нет, сейчас его нет. Но скоро будет. Чайку пока попьем. У тебя что же, есть ключи? Есть. Ну, давай, я не прочь. Задержи его. Предъявите документы. Николай Александрович, вам не трудно будет передать Андрею? Ну, конечно. Сюда, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Николай! Да ты что? Пошли скорее! Николай! Ты был в Приморске? Ну, не было. Как не было? В чем дело? Мне звонил Гиви, сказал, что ты был в Приморске. Да? Негодяй! Аня! Я сейчас приду. Он обманул меня. Подождите, ребят, что случилось? Я позвонила Гиви и попросила, чтобы Николая он пропустил в Приморск. Ребята, в чем дело? Не пойму, что случилось. Алло, дежурный, дай ромашку. Ромашка, КП Приморска. Алло, Гиви, это Андрей. Кто проехал? Ты ничего не путаешь, Гиви? Когда проехал? Да какие дыни? Что случилось? Одевайся. Аня, быстро! Николай Зверев показал, что у него был контакт с Максом Паттерсоном, четвертым помощником капитана Катарины. Именно Паттерсон передал ему письмо с требованием вернуть валюту. С КП Приморска передали словесный портрет человека, выдававшего себя за Николая Зверева. Он совпадает с приметами Паттерсона. А какова роль подруги бармена? Анны. Работает администратором ресторана «Золотой якорь». Именно ей принадлежит инициатива обмена валюты в Приморске. При обыске у нее найдена валюта и чеки внешпосыл торга. А также найдена зажигалка с переговорным устройством. Показания Зверева отрицает. Зажигалку, конечно, купила на рынке. Да. Оба, Зверев и его подруга, переданы в Комитет госбезопасности. За нами, стало быть, порт и Катарина. Да. Если на ней не окажется Паттерсона, значит, он нелегально сошел на берег. Тогда мы имеем право на повторный осмотр судна и тщательную проверку членов экипажа. Радиотехническая служба Приморска включилась в поиск. Ждем результатов. Кого направляете на Катарину? Лейтенанта Корецкого. Что, у нас опытных офицеров нет? Корецкий принимал с комиссии Катарину. И его приход на судно не вызовет подозрений. Ну, хорошо. Но после окончания операции назначить служебное расследование. Смирно! Вольно. Вольно!
Товарищ адмирал, танкер «Катарина» давно портит нам нервы. И не только нам. Да, но «Катарина» является территорией иностранного государства. И без веских юридических оснований я не могу делать досмотр на ее борту. Разрешите? Паттерсон. Пока мы еще не доказали, что это Паттерсон. Это всего лишь человек с паспортом Николая Зверева. Да, занимаемся. И когда мы докажем, что это действительно четвертый помощник капитана «Катарины», тогда мы будем иметь нелегальный переход границы. Да, конечно. Тогда задержим не только нарушителя, но и само судно. Да, понял. Есть. Что у тебя? На мертвом причале, в трюме Сейнера, наряд обнаружил гидрокостюм и снаряжение итальянского производства. Баллон набит воздухом. Ждем хозяина. Разрешите? Да-да. Нагулялись. Хорошее место для прогулки с компанией вы выбрали, лейтенант Корецкий. Приморск очень красивый город. Расслабились. С вашего друга погоны снимут, как будете ему в глаза смотреть. Офицер-пограничник. Лейтенант Корецкий. Слушаю, товарищ полковник. Следуйте на танкер «Катарину» и выясните, где находится четвертый помощник капитана Паттерсон. Доложите лично. Есть. Идите. Разрешите? Пожалуйста. Лейтенант Корецкий. Добрый вечер. Что привело вас ко мне, лейтенант? При приемке судна я обратил ваше внимание на то, что ряд паспортов находится в плохом состоянии. Мы не стали чинить препятствия при сходе команды на берег, но сейчас я должен лично предупредить каждого. Что это за люди? Смит, Олби, Паттерсон и Транк. Хорошо, господин лейтенант. Я займусь этим сам. Я получил приказ лично объяснить каждому, в чем наши претензии. Как вам будет угодно. Позовите Вахтинова. Как девочки? Хорошие. Господин Олби, в каком году вы фотографировались? Да и я не помню. Этот паспорт выдан 15 лет назад. А, да. А фотографии сделаны еще раньше, лет 20 назад. Как вы думаете, по ней можно установить личность? Это уж ваше дело. В следующий раз, если вы не смените фотографию, мы не сможем разрешить вам сход на берег. Учту. Господин Транк, ваш паспорт находится в плохом состоянии. Я упал за борт. В следующий раз, если вы не смените паспорт, мы не сможем вам разрешить сойти на берег. Понял. Разобрались, господин лейтенант? Почти закончил. В таком случае разрешите предложить вам глоток виски. У меня еще нет паспорта господина Паттерсона. Паттерсона? Разве он не появлялся?
Кстати, какую марку виски вы предпочитаете? Я на службе. Прошу вас, поторопите господина Паттерсона или проводите меня к нему. Да, кстати, какое училище вы кончили? Бабушкинское? А вы? Я школу ЦРУ в Ленгли. Слыхали? Я шучу, господин лейтенант. Четвертый помощник капитана Макс Паттерсон. Проверим сигнал. Еще раз. Сигнала нет. Уходим. Извини, Макс. Решить, товарищ полковник. Ну что? Паттерсон на борту Катарины. Вы уверены, лейтенант? Только что держал в руках его паспорт и разговаривал с ним. А остальные члены команды? Пятеро еще находятся на берегу. Встречайте. Есть. Я четвертый. От юго-западного причала отошел рейдовый катер. Что нового? На привокзальной площади обнаружена машина с номером В-30АЦС. Около 23 часов человек по приметам, похожий на Макса Паттерсона, вышел из ресторана «Золотой якорь». Ведется поиск. Катарина заказала выход на рейд в 4:00. Мы можем ее задержать? А что мы им предъявим? Девятый, по западному молу замечено передвижение. Видимость плохая, усильте наряд. А двойник невозможен? Они могли предусмотреть все варианты и привести с собой лишнего члена экипажа, незаявленного в судовой роли. В такой ситуации задержание Паттерсона ничего нам не дает. Мы задержим его, а они откажутся. Да. Если у них есть второй Паттерсон, мы ничего доказать не сможем. Судно уйдет, у нас не будет оснований для досмотра. Да. Пропуск. Что-нибудь случилось, господин офицер? А, понимаю. Контрабанда. Бич всех портов мира. Где Макс? Мы оставили его в баре. Хорошо. Готовь фиксационную камеру. Почему вы отменили вариант с дракой? Мне пришлось предъявить пограничникам двойника. А два Паттерсона на борту Катарины не могут быть. Русских что-то обеспокоило? Не знаю. Готовьте кессонную камеру. Есть. Первый, что там у вас? Нарушитель продвигается к мертвому причалу. Нарушителя не задерживать. Только пугните его. Кто подрешил, что ушел от вас? Как поняли, повторите. Понял вас. Есть нарушителя не задерживать, дать ему уйти. Только пугнуть, не трогать его. Выполняйте. Рискуем, конечно. Можем упустить Паттерсона. Рискуем. А что ты можешь другое предложить?
Стой! Стой! Слушаю. Куда пошел? Западный молл. Отлично. Наряд там снят у нас? Хорошо. И чтоб никаких случайных рыбаков там не оказалось. Выполняйте. Ну что, выходит, мы не ошиблись. Лоцман. Очень рад. Капитан, вы неудачно выбрали время для выхода. За воротами большая волна. Я советую подождать вам, пока погода улучшится. Время – деньги, господин лоцман. Как угодно. Алмаз, малый вперед. Отдать кормовой. Богатырь, натянуть буксир. Оба, малый вперед. Первый. Первый. Я шестой. Я шестой. Танкер Катарина проходит пост номер два. Девяносто третий, я полста шестой, прием. Я 93. Транспорт Катарина Либерия выходит из порта. За транспортом установлено наблюдение. Справишься один? Да. Да поможет тебе Бог. Капитан, пожалуйста, уберите музыку, она мешает мне работать. Потерпите, господин лоцман. У нас такая традиция – входить в порт и выходить под эту музыку. Тогда нам сопутствует удача. Оперативный, метеосводку. Море 4 балла, ветер 7 баллов, туман чисто. При такой видимости Хаузер вряд ли рискнет взять Паттерсона на борт. Но ведь оставлять его нам им тоже нельзя. Они могут попытаться убрать его. А наряд мы сняли. Кто у нас ближе к западному молу? Пятый причал далеко. Лесной тоже. ПСКР не успеет. Центральный причал ближе всех. Лейтенант Корецкий. На борт. Руль право на борту. Первый, я 20-й. Слушаю, первый. В 30 метрах от западного мола в воде два человека.
Понятно. Высылаем катер. Я 93-й. Я 56-й. Приказываю задержать транспорт Катарину. Есть! Задержать транспорт Катарину. Катарине! Стоп машину! Пустить трап!